Чувашии завершился образовательный проект по программе «Азбука предпринимателя» для школьников и студентов. В течение месяца под руководством старших наставников ребята разрабатывали бизнес-проекты. Победителя и автора самой интересной и жизнеспособной идеи наградили в Новочебоксарской гимназии номер 6. 332 участника из 9 школ республики. Самые разные бизнес-проекты. От открытия развлекательных центров до опреснения морской воды. Таким стал проект «Азбука предпринимателя» для школьников при поддержке Министерства экономического развития республики и республиканского бизнес-инкубатора. «Азбука предпринимателя» рассчитана на формирование предпринимательского мышления у молодежи. И в результате которого ученики, слушатели подготавливают и разрабатывают свои бизнес-проекты и подают уже на конкурс «Лучший бизнес-план». В результате конкурса было подано 32 заявки от учеников различных школ, где мы проводили обучающий курс. По решению конкурсной комиссии победителем стал ученик Новочебоксарской гимназии номер 6 Андрей Дмитриев. Он предложил открыть в родном городе центр «Светлячок». Днем это роллер-дром, площадка для катания на роликах в закрытом помещении, а ночью после несложной трансформации – ночной клуб. Специалисты отметили данный проект, во-первых, за эффективное использование площади, что сокращает издержки, во-вторых, за детально проработанный финансовый план. Кроме того, развлекательная тематика очень актуальна для города Химиков, где сейчас не осталось даже кинотеатра. Вначале с отцом сидели, разговаривали насчет бизнес-проектов, он меня подтолкнул на идею о развлекательном центре, а все остальное уже дорабатывал сам. Просто я думал, что можно сделать более актуального и интересного, чтобы он был не просто развлекательный центр, которых полно-полны у нас в России, а чтобы был какая-то изюминка. А зам-бизнеса чувашских школьников учили в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Продолжится проект уже в следующем году. Ольга Пырочкина, Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов, Республика.